На российском сайте сегодня утром была опубликована ужасная новость о нашем любимом легендарном телеведущем Андрее Малаховой. Мы были шокированы от этой новости, и многие из нас просто зарыдали. Ведь никто не ожидал такого поворота событий. Как говорится в новостях, сегодня рано утром в срочном порядке были отменены съемки передачи Андрея Малахова. Никто ничего не мог нам толком объяснить, да и не спешил объяснять. Друзья и знакомые Андрея Малахова ничего не хотели говорить, ссылаясь на то, что ничего об этом не знают. Сценаристы программы вообще отказались с нами разговаривать. Чуть позже мы уже провели собственное расследование и все-таки выяснили, что же случилось с Андреем Малаховым, почему съемки не состоялись. Оказывается, Андрей Малахов сейчас находится в одной из частных клиник в городе Москва. Ему утром было очень плохо, вызвали скорую помощь, на которой его и доставили в одну из частных клиник. Почему его доставили в частную клинику? Скорее всего, из-за того, чтобы пресса не узнала, что с ним что-то случилось. Информации пока очень мало, мы продолжаем следить за развитием событий, родные пока не хотят ничего разглашать по этому поводу. Будем надеяться, что с Андреем Малаховым все будет хорошо. Является ли данная новость настоящей, либо это очередной фейк, друзья, нам тоже предстоит это узнать. Подпишитесь на наш канал, ведь только на нашем канале каждое утро выходят свежие новости из жизни звезд шоу-бизнеса. До скорых встреч, дорогие зрители и подписчики нашего YouTube-канала.